тесто слоеное. Возьмем Виолу, Анжелу, Кристину и Снежану. Мы женатый, порядочный мужчина. В общем, сыр плавленый, тесто слоеное и чуть-чуть любимой зелени. Любимой травой? Зелени. Я думаю, штучек 6-7. Большой вкусный рулет. Ну, окей. Так, досочку надо полить маслицем. Это для того, знаешь, есть такая прекрасная отмазка, если еще не получилось. Ну, простите, я не тестовик. Я вообще люблю пожрать всяких либо булочных изделий. Да я тоже забыл куродину, правда. А еще с молочком. Ой. Холодненьким. Или с киселем. Ой. Вишневым. Да вообще пофиг, главное, чтобы кисель, чтобы он тянуло так. Ну что, хватит там или еще больше? Да, хватит. Напоминаем, здесь у нас тартар из вяленых томатов, печеных болгарских перцев и зелень, укроп и кинза. Виола! Виола. Плавленый сырок. Плавленый сырок. А мог бы быть даже карат, дружба, да? Не было в магазине. А, ну то есть чем говнее, тем лучше? Да, что есть, то и берем. Вообще прекрасно. Ты когда ресторан откроешь, введи это блюдо, мне будет приятно, буду к тебе приходить. Я назову ресторан «Кровь, волосы и скотч», и будет там блюдо вот это. Сейчас можно открывать. Знаешь, почему-то все блогеры ударились в открытие ресторана. Я знаю. Я вот стал. Тут главное не переборщить с начинкой. Начинку засыпаем только в середину. И евреи, не жалейте заправки. Нет, сюда много не надо. Оно просто тогда друг друга будет перебивать. И закрываем эту историю. А скручивать нет, не будем? Не будем. Прям вот такой простой рецепт. Надо поднять весь воздух. Прям вот рецепт для лентяев. Тоже приложу руку. А ведь скажешь, что сам готовил. Один готов. Убираем в сторону. Вот второй, знаешь, мы можем сделать поострее. Как тебе? Поострее? А есть чили? У меня есть перец. Ну ты катай, я сейчас найду. Люди добрые, вы, конечно, извините, что я к вам обращаюсь, но сами мы люди не местные, нас на вокзале 18 семей. А там есть, знаешь, какой сычуанский, по-моему. Перец. Сычуанский? Слышь? А у нас есть шрирача. А, ну давай. А, да, хорошо. Мы сначала, потом и еще на всякий случай, да, вот так вот сделаем? Да, давай так. Сначала, потом. Ну, тут главное не переборщить. Все-таки он должен быть нежный, с нотками остроты и с нотками перчика, вяленых помидорчиков. То есть переборщить тоже плохо. Ну вот, ладно, тогда так вот сделаем. Да, немного. Нам нужна пикантность. Вернемся к тесту. Сейчас попробуем сделать на непрямом жаре. Так, смотри, значит, нам не прямой жар. А он у нас не прямой, право горит, лево не горит. Мы прямо сейчас на решеточку положим. Отлично, но тут температура высоковатая, нам 220 надо, 200 для слоенки. Сейчас мы ее уменьшим. Мы просто сейчас выгоним. Так, подожди, не горит. Вот оф, оф. На решетку будем класть или на планч? Мы будем на подносе. На эту? Да. Мне просто интересно, как получится. Должно получиться хорошо. Тогда подожди, да. Давайте. Кстати, мне очень интересно, как вот этот гриль должен работать совершенно по-другому. Хотя, конечно, для этой истории нужны керамические. Нет, не обязательно. Сейчас попробуем. Будет хорошо, она чугунная. Так, 15 минут с одной стороны, 15 минут с другой стороны. Да, кстати. А здесь могла бы быть реклама. Коть. Кто-то может сказать, что это можно приготовить в духовке. Я скажу, нет. Все, что вы готовите в духовке, можно приготовить в хорошем гриле. Обычная история. А он так и должен получаться, да? Вот таким. Нет, ну, температура большая пошла, и он сдулся. А так нет, не должен. Ну, если честно, так красиво, аж пиздец. Вот знаешь, за что люблю тебя? За честность. А ты помнишь, какой из них был острый? Вот он, плюсы слоеного теста. Чуть подгорел, все осталось на поддоне. А у тебя острый?
Что за человек? Да какой был острый? Грущу брючу, запуск хочу, красный плачу, черный плачу. За хорошее зрение, 100 рублей премии. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на меня, на Гришу. Куда лучше подписываться? В Инстаграм? В Инстаграм. На меня. Тебе так комфортно? Да не, ну вкусно, ну что? Ну просто вкусно. Угу. Смотрите этот замечательный канал. Повторяйте рецепты, не ходите по ресторанам. Готовьте дома, получайте от готовки удовольствие. Занесешь, да? Занесешь мне, да? Конечно, когда на федеральном канале вам крутишь.